почему-то ящик с туалетной бумагой поставлен на месте, где они могут прыгнуть. А вот подарки, подстилочки везде. Видимо, предполагается, что кошки на них должны спать. Подсчитаю сейчас подстилочки. 1, 2. Вот это на коврике, которые были войлочные, положены подстилочки. 1, 2. Потом, ну тут я уже переложила. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это только в доме 9 подстилочек. А вот, оказывается, еще коврики. Это 10, 11. Пойдем посмотрим в вольере собачьем, где коты живут иногда. Так. А вот зато в вольере ковриков 0. Ну, то есть 2 коврика, которые были на зиму положены.